Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на канале. Сегодня посмотрим, как я кормлю своих рыбок дафни и циклопом. Должна быть на разводне такая глобальная пересадка рыбок и мальков, и подросточков. Ну, кое-что я начал пересаживать. Ну, покажу это вам потом, потому что, ну, вот такое событие, как кормление рыбок дафни и циклопом, у меня бывает крайне редко. То есть для моих рыбок, для некоторых этот корм, ну, впервые они попробуют. Я, конечно же, безумно рад, наверное, даже больше, чем рыбки радуюсь. Там некоторые есть погибшие, некоторые выжили. То есть прям видно, как живая там дафния вот плавает, и подросточек плывет и кушает, питается этим кормом. Ну, посмотрите, думаю, что будет интересно. Всем вам приятного просмотра. Не знаю, видно будет или нет. Здесь вот дафния и циклоп. Ну, в основном уже они все погибли, как бы не удалось довести, но все же живые тоже есть. Мы его сейчас покормим, в основном крупных рыбок, ну и подросточков тоже. Посмотрим, как они будут кушать циклопа и дафнию. Вот с барбусов начнем. Сейчас вот так им прям закинем. Вот. И чтобы всем хватило, еще и анцитрусом тоже достанется. Ой, как набросились. Редко они кушают такой корм. Ну, тем более живой. Вот я еще не морозил. Вот. Ну да, там его немного. Ну и вот посмотрите, как они с аппетитом его кушают. Ну и анцитрусы тоже подключатся, тоже, я думаю, с удовольствием и дафнию, и циклоп покушают. И остаточки вот сюда тоже дадим. Потом еще немного им добавлю, но уже другим сачком буду. Давайте, этим сачком я промывал дафнию и циклопа. Ну и вот тоже с аппетитом кушают. Конечно, если бы живые были, то было бы вообще замечательно. Ну, здесь есть живые, вот дергаются, прям видно такие скачками. Ну, они их в первую очередь скушают. Вот эти сейчас будут с удовольствием. Сачок поменял, зачерпнул сачком и барбусом, меченосцем. Для них это лакомство. Ну, даже этот фильтр не стал отключать. Ну, думаю, они и так найдут этот корм. Кушают с удовольствием. Ну, это у нас вот после дождя лужи образовываются, и можно там вот и дафнию, и циклопа найти. Ну и вот практически все скушали. Хотя нет, здесь вон посмотрите сколько. Довольно-таки много. Ну, пусть кушают. Товарищ сейчас с удовольствием. Я отключил даже фильтр, чтобы им проще было найти и дафнию, и циклоп. Ну и вот, набросились. Ну, он что-то тут попадает тоже. С водоема попали. Тут немного палочек, каких-то веточек, грязи немного. Ну, ничего страшного. Промыл хорошенечко. Рыбы там не было в водоеме. Думаю, что все нормально будет. Ну,
Им еще, конечно, добавить нужно. Немного тоже добавлю. Меченосцам, гупакам тоже нужно дать обязательно. Кстати, я сюда тернешку часть пересадил. Барбусов тоже. Освободил там аквариум для гурами. Ну и тоже, когда буду пересаживать, покажу вам, куда буду пересаживать гурами. И вот потихонечку они так, не как барбус, конечно, набросились. Ну вот тоже покушают с удовольствием. Ну и сейчас вот обжорикам, барбусам тоже дадим. Вот такой прям шматочек большой забросил им. Ну еще и анцитрусы, конечно, с удовольствием покушают. Вот они набросились, все. Сейчас еще тернешка не распробовала. Фильтр, наверное, отключу сейчас. Вот пусть кушают. Да, весь аквариум в дафне и в циклопе. Ну и вот анцитрусом достанется. В общем, все накушаются вдоволь. Ну и тернешки, конечно, тоже дадим. Сачка тоже. И снежинка, и тернешка, посмотрите, как кушают. Да, был бы постоянно такой корм, было бы замечательно. Циклоп, дафния. У меня еще чуть останется, там не знаю сколько. Заморожу тоже. Потом мороженый можно будет малечкам тоже давать. Ну и вот они пируют, можно так сказать, пир для них. Да, я ж прям сам радуюсь, когда вот кушают корм так, ну, редко довольно-таки, да, не циклоп. Наверное, больше я рад, чем они. Ну и снежинки с петушками тоже забросил этого корма. Он здесь повсюду, по всему аквариуму. Сейчас тоже нужно выключить фильтр. Отключил. Вот, потихонечку воздух идет, и хватит этого. Пусть спокойненько, спокойненько трапезничает, кушает. Тоже очень им понравился этот корм. Ну и производителям тоже дадим. Вот, ой, как им здесь сразу, посмотрите, особенно таракашки набросились. Очень нравится им этот корм. Вот тернешки пока не подходят. Ну, сейчас подплывут, распробуют, я думаю. Ну, видите, сколько здесь корма. Думаю, быстренько они здесь все скушают. Ну, здесь в основном, как я вам сказал, погибшие все. Ну, живые тоже есть, но они их, наверное, в первую очередь кушают. Ну и подросточкам дал. Тоже выключил фильтр. Они уже часть скушали. Ну и вот еще некоторые плавают здесь. И они сейчас все докушают. Как я вам ранее сказал, для них это просто пир, лакомство для них. Ну, корм такой они видят редко, но и вот очень они радуются, и я вместе с ними. Тяжело у нас такой корм найти, это вот где-то повезет, если лужу найти, потом на следующий день можно прийти, этой лужи уже не будет, она уже все высохшая. Потому что у нас слишком жарко, то вот после дождей где-то лужи собрались, вот еще как-то можно найти такой корм.